Всем привет! С вами снова я, Ник, и на днях у меня вообще не было никаких идей для видео. Однако я увидел, что сейчас популярна такая рубрика. Я тоже решил снять эту рубрику и дал подписчикам задание смонтировать одно мое видео. Кстати, всех поздравляю с 63-м днем лета. Эх, блядь! В общем-то, давайте начнем. Давайте посмотрим первый вариант видео от подписчика. Скипиди туалет, шакали ташкудишку у Сигмы Свинки, дабы чушпан и скрулупа не забайтили его стать рил вафлером камераменом. Иначе OG автор расчехвостит и заруинит его вайп, что зафорсит по маскам в лакшери шмоте, ливнуть спать G туалетов и пришиться кринжовым ТВ меном. А это весьма не дефолтный кейс, ведь по сливам СТГ бустера в этом складе кентуется Титан Спикермен и ПКД напрягает челюгу, чтоб чилить хорни матрешкой ТВ Вумен. Деньги давай, блядь! Деньги сюда давай! Ничего тебе не дам, я тебе сказал! Что я только что сейчас посмотрел? Что ж, давайте посмотрим следующее видео. Всем привет, ребята. A few moments later. Один из вас мой напарник, а второй лживый. А я иду гулять. Ты крыса, а? Почему-то все вместо того, чтобы смонтировать обычный видос, делают из этого мем. Выглядит это очень странно, но мы переходим дальше. Ну, наконец-то нормальное видео, а то я думал, что везде будут одни мемы. Переходим дальше. Короче, ребят, не знаю, зачем я тут, вот вам ник. Почему? Все просто. Я играл в игру, и мне попались какие-то союзники, которые просто в АФК стоят.
Ну, короче, из-за них я психанул и кинул ноутбук об стенку. Ну, и я еду в такого... Лимончик, уходим! Бежим! Я иду за тобой! Нет, лимончик! А? Ты кто? Надолго будет все хорошо. Лимончик, это ты? И снова шедевры мемы. В общем-то, ребята, вот такое вот было видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. С вами был я, Ник37К. Всем пока.